Локомотив. А только что объявили поезд. Я хочу вот его заснять. Наверное, он вот будет с той стороны ехать. В сторону, как он правильно называется у нас? Ой. Господи. Едет, да, что-то или нет? Я слышу, что едет. Наверное, грузовой, да, будет? Да, точно, наверное, грузовой будет. Поэтому я сейчас сделаю вот так вот. И его буквально засниму. Итак, наверное, все-таки грузовой. А ну-ка. Точно грузовой? Вот я товарняк только ждал, и наконец-то я его дождался на станции Бендер-1 и улице Академика Федорова. Улица Ленина наша несчастная, которую ремонтируют, сколько уже будут ремонтировать. И наш ржавый локомотив, который будут красить. Все, пойду я домой. Давайте, пока.